Голуба, душа моя, Антон Павлович человек тонкий, ироничный. Я бы сказал, важнейший для нашего театра. Егорская знает, что мы репетируем «Чайку». Но, к счастью, пьеса провалилась в Александринке. Почему, к счастью? Потому что конкурентов пока нет, матушка моя. А Константин Сергеевичу нравится пьеса? Константин Сергеевич всего боится. А уж когда сам играет, так и все в панике. Вплоть до рабочих сцен. Но не о том я хотел потолковать с тобой, голуба моя. Попереветить бы надо Антон Павловича. Как это? Я бы на твоем месте, Лёля, женил на себе Антон Павловича. Как это? Ой, да как это как-то? Обыкновенно. Он холост, ты не замужем. Он симпампончик, ты милашка. Взяли, да и создали яркую творческую семью. Авторов надо растить, лелеять. И после этого он из нашего театра ни ногой. А как же мы? Как я свою брошу? Это мой крест на всю жизнь. Ты ведь, Лёля, умненькая. А тут великий талант погибает. Егорская его третий год обхаживает. А он умный. На сумасшедших ведь не женятся. Я же люблю тебя. И поговаривают у них роман с Егорской. Лёля, я тебя умоляю. Ты что, за монаха выходить собираешься? Ну уж. Смотри, Лёля, если следующая пьеса Чехова уйдет к Коршу или в Малый, я тебе уволю без выходного пособия. Он гений. А я гений, потому что это вовремя разглядел. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитает с меня в эмеритуру. А все же я не ношу траура. Дело не в деньгах, и бедняк может быть счастлив. Это в теории, а на практике выходит так. Я да мать, да две сестры, братишка, а жалование всего 23 рубля. Ведь есть пить надо, чаю с сахаром надо, табаку надо, вот тут и вертись. Антон Павлович, а как вы представляете тип Тригорина? У него полосатые панталоны, дырявые башмаки и сигару он курит так, как будто бы он ее боится. А Сорин каков? А у него такая внешность, как будто он всю жизнь запоем пил. А Нина Заречная? В первых действиях глупа, потому что полосатые панталоны для нее шик. А в дальнейшем она становится совсем другим человеком. Антон Павлович, прошу к нам на сцену. Надо запечатлеть этот исторический момент. Ну что же ты, Оленька, стоишь рядом с ним, как замерзшая. И ни слова не произнесешь. Это же твой шанс. Он старше тебя всего на 8 лет. Знаменит, состоятелен. Чего ж более? Владимир Иванович, я хочу быть с тобой. С вами. С вами. Я же не могу. Жена есть жена, как пророчит тот же Антон Павлович. Хоть и больная. Ты мне нравишься и готов любить тебя. Но Чехов – это достойная партия. А театр он просто необходим. Искусство требует жертв, как курлычет наш друг. Будь здесь, я сейчас пришлю его. Не надо, нет. Не упрямься. И разморозь сердечко. Ну, влюбленный взгляд, блеск в глазах, осанка, темперамент. Чему я учил тебя? И не сметь уходить. Извините за нескромный вопрос, Антон Павлович. Хочу спросить по-приятельски, отчего вы не женитесь? Вы не обижайтесь, Владимир Иванович, но меня удивляет страстное желание близких мне людей устроить не семейную каторгу, от которой, кстати, сами они страдают. Логика их, видимо, в том, что вот мы терпим, страдаем,
А ты, стервец, страдать не хочешь. Нет, ну что вы. Я, к примеру, боготворю свою жену. Люблю порыдать на ее груди, но при этом позволяю себе милые шалости с другими. Семейная жизнь для меня не монашеский клобук. Жена – это некий знак того, что ты живешь в гармонии с самим собой. Ну, или наоборот? Да, или наоборот. К примеру, почему ваша Аркадина таскает за собой Тригорина? Да, она его любит, но лишь отчасти. Он ей нужен как некий знак ее положения. Она может позволить себе такого любовника. И поклонника одновременно. Да, из ее объятий уже не вырвешься. Вот таких женщин я и стерегусь. Медуза Горгона. Казалось бы, милое, очаровательное существо. Но я слышу, как она ломает хребты. А вы пишете комедии. Я хочу смеяться над этим, а не плакать. Хоть это и выглядит жестоко. Да. Но мы хотим вас видеть на премьере, Антон Палыч. Непременно. Провала не будет. Я вам обещаю. Вы знаете, я вам верю. Правда, я не шучу. Но дело в том, что я перебираю сейчас в Ялту, нет, так нет, что... мы будем ждать вас непременно. Я хочу, чтобы вы сами убедились, какой вы талантище. И у нас публика вас откроет заново. Обещайте, что приедете. Обещаю. Господи, неужели это провал? Этого не может быть. На поклон. Все живо на поклон. Господи, спаси. Спаси. Господи, спаси. Ну вот уже автора требуют. А где автор? Да откуда я знаю? Ну что ж, начинайте. Я чайка. Нет, не то. А помните, вы подстрелили чайку. Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого рассказа? Нет, не то. О чем я? Я говорила о сцене. Теперь я уже не та. Теперь я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене. И чувствую себя прекрасно. Теперь, когда я живу здесь, я хожу пешком. Все хожу и думаю. Думаю и чувствую, как во мне растут душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле, неважно, играем мы на сцене или пишем, главное не слова, не блеск, не то, о чем я мечтала. Главное... умение терпеть. Умей нести свой крест. Я верю. И мне не так больно. А когда я думаю о своем призвании, я не боюсь жить. Я еще могу спеть? Да. Мы знаем, что вы учились вокалу в Париже. Спасибо. Подождите в приемной.
меня просил за нее Санин. Но я, честно говоря, не знаю, что она сможет играть у нас. Очень слабенькая. Одно время она упорно добивалась симпатии вашего мужа. Я знаю. А что с пьесой? Кажется, «Вишневый сад»? Ну, Антоша заканчивает. У меня есть достовернейшие сведения, что и комиссар Жевцы, и Александринка наконец-то проснулись и первую атаку поведут на Чехова. Естественно, на кого же еще, если петербуржцы специально ездят посмотреть его пьесы? Тут княгиня Долгорукая мне весь диван обрыдала после «Трех сестер». Сейчас вернется, растрезвонит по всем салонам. И публика начнет требовать чеховских пьес. Но ни старых, ни новых мы им не дадим. Пусть ездят к нам. Да и кто у них там это может поставить? Поэтому мне нужно, чтобы «Вишневый сад» был поставлен только у нас. Но, Антоша... Помолчите. Дайте мне договорить. Антон Павлович – человек слова. Но мне нужно, чтобы и эту пьесу он не отдавал в другие театры как минимум лет 5. А может быть и 10. Вот и вы задумались. Ха-ха, понимаю. Кошелек теперь один. Хорошо. Я тут прикинул, и, быть может, удвою гонорарные отчисления от пьес Антон Павловичу. Вы в накладе не останетесь. Но и нам как-то надо выживать. Хорошо. Мы подумаем. А Лику брать в театр не будем. Незачем. Пойдут сплетни, интриги. Нам это совершенно ни к чему. И мне ее видеть каждый день не очень приятно. Договорились. Как репетиции нет, все из рук валится. Да, слабенькая эта Лика. Да. Очень слабенькая. Вот это вот особенно. Я чайка, ах, нет, актриса. Ух.